Боже ты мой, я тебе говорю, привози товары быстрее сюда. А он не послушался. Какой неправильный человек. Возьму я свою гармошку и исполню пару... О, господи! Товар наконец-то пришел. Интересно, какой там став? Надо вскрыть. О, первоклассный товар. Господи, а что там? О, боже, что это за игрушка? Боже ты мой, какой-то маленький человечек. Здравствуй, человечек. О, господи, не падай. Как тебя зовут, друг? Чебурашка меня зовут. Чебурашка тебя зовут. Да, твою мать, Чебурашка. О, господи, ты почем? Ты что, под кайфом, малыш? Господи, да, я под кайфом. Я тебе говорил, не надо есть столько апельсинов. Я люблю апельсины, они вкусные, они витаминные. Иди ко мне, мой малыш, я с тобой пойду погуляю. Нельзя столько есть апельсинов. Боже, я тебе сколько раз говорил, нет. Посмотри, хочешь сам попробуй. Посмотри, таблица наших любимых людей. Я не ем апельсины, а я ем. Шоу пингвинов. Пойдем посмотреть на пингвинов, они классные. Ты знаешь, у меня нет денег. Мы достанем. Пойдем продадим апельсины и достанем денег. Товар-то хороший, качественный. Полет птицы. Мы переоделись в пингвинов, чтобы бесплатно попасть на шоу. Зайцы. Давай переоденемся в зайчиков, чтобы бесплатно попасть на шоу. Панда. Давай в панды переоденемся, чтобы пожрать этого стафа. О, господи, это невкусный став. Выкинь, это яд, яд. Но все-таки панды быть круче всего. Боже, допустим, есть эту хрень, тебя будут кормить. Но на шоу мы не попали. О, господи, ребенок плачет, надо его успокоить. Ребенок, сейчас мы будем петь песню. Какая классная песня, я могу шевелить ушами. Раз, два, три, твою мать, посмотри на меня, какой я ублюдок классный. Давай, вставай. Браво, браво, вы качественно выступили. А может попросим денег? Я вам поставлю звездочку в ваше приложение. Вы будете на пике славы. Спасибо большое за голубую звездочку. Это просто класс. Кеда, я никогда не получал звездочек. Отлично, дайте апельсин. Ты заслужил, ублюдок. Спасибо, друг. Я буду есть его и думать о тебе.